Доброго всем времени суток, с вами Тексер. Продолжаем Battletech. Так, Гриффин мне еще не починили, краб очень. О, елки, краб-то куда настолько 26 дней влетел? Это что за шляпа такая, не понял. А, что Гриффин на 13. Хорошо. Виндика вперед продвинем, и Дженнера вперед продвинем. Мне хрен им там сидеть столько времени. А я не нажал, да? Я не нажал. А, тут закрыто, не сохранить. Норм. Мехатек. Что мы имеем? Всегда сначала посмотреть, что мы имеем. Мы имеем... Росомашка вышла. Моя машинка Росомашка. Обожаю. Самый хороший робот. Почему-то у меня в лазеры. Я уже забыл. Я его месяц... Нет, я его не месяц. Я его, по-моему, 3 месяца не видел. Ну, игровых. Ну, это тоже очень долго в сериях, потому что его раздавил шаттл при посадке. РМД-6. У меня, по-моему, есть РМД-6 плюсовый. Ладно, черт с ним. Получит люлей, я тогда ему сменю. Так, что мы возьмем? И да, мне говорят, что ты не берешь одних средних роботов, берешь мелюзгу. Ну, мелюзга, она хорошая на самом деле. Джевелин — это дальняя поддержка. А Дженнер, но не в починке, он... Ну, он разведкой заходит в тыл и жахает, он тоже отлично. Так, дилеммочка. Ждать 2 дня Дженнера. Или выйти с чем есть. Ну, давайте я нагло выйду. С чем у меня фаерстартер вооружен? 35-ка, да? Давайте посмотрим, что нам предлагают с контрактом. Ну, легкие есть, кстати, контракты. Ну, как легкие? Они по черепугам легкие. Ну, вы же понимаете, что черепуги — это еще не все. Так, что тут? Корпорация защищается одним отрядом мехов. Хорошо, давайте вот на это подпишемся. А что у меня в казармах, кстати? Сейчас подпишусь, ага. Может, у меня новых? Так, 3 есть, 4 есть, все есть. Погнали, подписываемся. Где это 1,5 черепа? 500. Погнали. 500 — полная цена, потому что не полная, она вот так. Я хочу все-таки что-то брать из добычи. Так что пусть будет вот так. Берем контракт, усаживаемся. Что мы с собой возьмем? То, вернее, они сами пошли. Инфорсер и Джевелин пришли. Пусть будет. Меня еще не отпустили. Не написано сколько, но ладно. Так. Ну что, Росомашку ему дать? Да перебор будет. Нет, Росомаха пускай. Пускай Росомаха останется. Мы дадим вот так, дадим фаерстартер снапшоту. Блин, снапшот, не просри его тут. Отлично, погнали. Да, опять с легкими, да. Но фаерстартер вроде быстро бегает. До Дженнера, конечно, мы далеко, но пусть. Я зря продал второго Дженнера, надо было продать второго Джевелина. Ну, продал и продал. Дженнеры просто мне нравятся. Дженнеры очень хорошие ребята. До них команда. Если появились дженнеры, команду можно продавать, оставлять дженнеры. Дженнеры вещь. Он не сказать, что прям какой-то прям имбово дамажный, но вот своими РНТ-ками он может жахнуть нормально. Подбежать, жахнуть, убежать. Зайди в тыл и оттуда жахнуть. При этом брони у него, в принципе, очень неплохо насыпано. Уничтожьте конвой. Охрану конвоя. Ну, не знаю, конвой надо догонять. Фарстартер, конечно, может. Ну, посмотрим, как это вот странно. Охрану конвоя, понятно, там будет звено мех. Я вот более чем уверен, что оно будет одно. А вот конвой... Во-первых, там могут быть танки ядреные. С которыми танками воевать, ну его нафиг. Вот и САЭС-20 там, или Галеон тут с кучей ракет. Они могут, поэтому лучше без них. Ну, ладно, сейчас увидим. Засада на конвой. Я, конечно, понимаю, что на таких миссиях я больших роботов не добуду себе. Вот в чем еще проблема. А хочется тяжелых роботов. И у меня какие-то половинки от них есть. Но вот на этих миссиях они редко выпадают. Но я надеюсь, я на этой планете задержусь. И нашкрябаю себе, может, задание на побольше. Посмотрим. Но сейчас на мелких надо подкопить деньжат. Чтобы был запас. Чтобы можно было, во-первых, сходить на рынок. Может, там половинки роботов хорошие продаются. Может, чуть-чуть. Что-то
Трибушетину хотелось бы. Вот вместо джевелинов, вот этих вот ракетных, я бы предпочел ракетный трибушет. Он в этом плане гораздо интереснее. Ну и тяжек, катапульту. Да там много хороших роботов, тяжки. Очень многие хорошие. Так, что-то игра крутит. Я вот в таких случаях обычно начинаю переживать, что глючная миссия. Ну, пока звук не прервался, все хорошо. Да вот непонятно, как тут в игре могут быть глючные миссии, казалось бы, да? Парадоксы. Хорошая компания, все хорошо, игра давно. Откуда боговина-то? А вот есть. Очень странно. Ну, давай уж. Так делать. Кто так строит? Говорят, тут DLC-шки так тормозят. Мне кажется, нет. Мне кажется, не так было. Ближе подобраться не могу, иначе любая система раннего оповещения в этом районе нас засечет. Если вы переместитесь сюда, то увидите цели. Ну и что засечет? Участие сопровождения вовсе не обязательно, командир. Но это порадует наши работодатели, а также принесет нам неплохой бонус. Хорошо. Только вы закончите, подберу ваш отряд в этой точке. Хорошо. Ready for action, погнали. Не, нормально, слушайте. Warstarter носится. Инфортер не носится. Джевелин, да, быстрый. А, у меня еще два инфортера, что ли? А, ну да. Два. Два инфортера. Ну хорошо. Уже сразу ход противника, вот так вот. Отсюда я что-то увижу. Они как-то по этой дороге отступить, это мне отступить. Вот по этой дороге как-то оно пойдет, да? Не дайте конвою уйти. Вот это хорошее задание, не дайте конвою уйти. Вот сюда, наверное, уйти, да? Или туда уйти. Через точку и уйти. Может быть и так. Давай. Спринтуй. Ну, эти спринтуют как только могут. Главная цель на экране. Прекрасно. Робот. Прекрасно. Неизвестный мех. Но я немного заинтересовался, что я машин не вижу. Пока. А, вот эти рудименты, наверное, вот эти это машины, да? Которые пропали только что. Ну давай. Ты какой-нибудь жахнуть можешь? Жахни, Гэндальф. Ты не Гэндальф, но все равно жахни. Так. Ну давай сюда, черт возьми. Ты у меня, в принципе, рукопашник же. Если я модули с робота не снял, то да. Ох ты ж, елки, Феникс опять. И там просто рассадник, посмотрите на это. Ладно. С места будем? 65, что-то как-то хреново, да? Так, дойду поближе. И начнем Фениксу накидывать. Потому что Феникс мой заинтересует 100 пудов. А это, скорее всего, какая-то мелочь. 65. Все равно 65. А почему 65-то? Ну ладно, получи. Феникс собак крепкий. А у меня вроде кусок Феникса был. Good to go. А. Yes, boss? Ты выйди и пальни. Moving to position. В принципе, да, я вышел. Здравствуй, Феникс. Мы еще его даже не побили. А вот так побили. Структура раскрыта, это хорошо. Смотрите, у него брони почти нет. Это отлично. Прокатимся другим боком повернется. Это хреново. Ну ладно. Промах. Обломись. Фортресс. О, а вот Фортресс у нас в пролете. Ладно, давай. Она не бегает, хорошо. А почему так? Давай, ладно, не заходи. Видимо, оружие не столь дальнобойное, но он даже не видит на самом деле. Ему-то. Так, сейчас посмотрим, что это за козябра сюда пришла. Машина, да, машина идет влево, и кого-то надо послать с ними разбираться.
Не дайте конвою уйти. Вот это вот, кстати, напрягает. Я могу фаерстартеру, полагаешь, послать. Ты кто? Это кто? Штурмовик. Ну, это прикрытие, видимо, конвой, да. Ох ты что, ракетный ты. Вот козлин-то. Ничего, ничего, сейчас доберемся. С ними надо что-то делать, конвой нельзя пропускать. Ну и сопровождение надо, конечно, валить. Это распыление сил мне очень не нравится. Танк, 100 пудов танк. Ну, по контуру уже видно. Или у них общий для всего. Еще ракетный. Ну, это хвостовой штурмовик, который там прикрывает немножко. Типа, а что, дживель? Фига себе, тут как раз вот тут куча ракет. Так, хорошо. Commander. На тебя пулемет, там лазер. Ну, на большого меха глупо нападать, поэтому давай вот так. Феникс мы чем-нибудь отоварим. И надо вот этих разбирать. Сказали конвой валить, вот давай валить конвой. Огнемет каким-то хреном. Как-то слабо, не находите? Команда, ну понятно, мелюзга. Ну тоже нагадить может, команда что-то хорошая. А, это ты своего пытался попасть? Молодец. Так, бегемотий. Давай, сюда выходи. Конечно, джевелина я зря в бой кидаю, у него брони нету. Но будем отступать вниз, скорее всего. Давай, штурмовика этого фигач. Уехал, отлично. Главная цель повреждена, сосредоточьте огонь и уничтожьте. Я понимаю, что я должен сосредоточить огонь на этой главной цели. Так, это их джевелин пришел. Ну, ракетные. РМДхи, правда, могут быть. Ну, Дженнер, да, типовое. Ну, Феникс самый серьезный из всего. Средние лазеры. Фигня. Я хорошо под уклоном стою. Минимум. Командор. Пошли ближе. Феникса надо валить. Феникса. Ну, понятно, что мелкие пускай валят конвой, но Феникса тоже надо. О, ручку оторвали. Молодцом. Ну, они необычно отступают. Ну, по крайней мере, у него минус стол. А куда ты побежал-то? А, он сверху, что лучше. Ну, у него в правой руке стол. Вот это у вас, по-моему, как раз. Да? А, нет, это лазит какой-то двойной странный. Ладно. Портрес. О, хорошо, давай. Вышел в зону стрельбы, сейчас мы этого Феникса накормим всяким невкусным. Так, меня вот то, что я говорил, у меня прицельная стрельба появляется к середине боя, поэтому я метки вышибать их не могу. Ох ты ж, как он в воздухе-то завис луч. Ну ладно, Фениксу немного осталось. А поскольку до него ходят почти все мои роботы. Ну и прекрасно все это. Так, еще идет. Ты неизвестный техник, ты кто? Скорпион. Тупо мерзкий, да, у него там всякое. Ну ладно, сейчас мы его офигачим. Я надеюсь, фарстартер не пропустит конвой. Ты кто? Да стой ты. А, на ходу не пишет. РМД. РМД не очень хорошо. И это вторая РМД. А, это РБД. А вот РБД близко не должна подходить. Ой-о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 й. Джевелин, отходи, у тебя структура раскрыта. Тебе сейчас люлей накидают. Мой ход. Давай. Уничтожено. Так они и жили. Отлично. Вообще прекрасно. Вот проблема в том, что еще роботы мешают. Вот проблема, конечно. И РБДх очень больно бьет моего джевелина. Оу. С приехалом. Бегемот. Что у тебя есть лазер? Все, пошел отсюда. Ты наша это запасная машина. Ты будешь с одним лазером добивать подранков, которые прорвутся, или топтать их. Как-то так. Ушел, молодец. Они очень любят добивать тех, кого завкусили. А вот тут козябра еще не видел, что ли? А, еще джевелин. О, ай-яй-яй.
Надо как хищник туда посмотрел, но там уклонение просто конское. И тебе привет. Сейчас, погоди, с Фениксом разберусь, это тебя очередь дойдет. А, вот оно, пришло. Отвалится, не отвалится? А, отвалится. Вот тебе без лапка. Я не знаю, что у него в корпусе, но руку я ему оторвал. Так, второй инфорстер выходит на тропу войны. Ну и продолжаем лупить Феникса. Готов. Отъехал. Никогда мне Феникс не нравился. Че он такой перегретый? А, ну у него энергетическое оружие, все. РМД-ками сейчас ему отвалят. Давай заканчивай. Вы посмотрите на это. Просто пипец. Вы это видели? Просто подошел и выжег полробота. Вот в этом жопа всего этого. А что у них осталось две машины, РБД и РМД. Оо. Прощай, Феник. Не, ну с такого расстояния РБД-то не добьет. Так, бегемот. Ну ты не можешь ничего такого противопоставить этим заразам, поэтому давай вот сюда куда-нибудь. Блин, там какая-то фиолетовая дрянь. Ну ладно. Прячься там, потому что, ну... Сейчас этого все лупить будут, я правильно понимаю? Да, пошел лупить. Нет? Нет, не пошел, смотрите-ка. А? Сюда пошел. Ну, потрепать инфорстер он, конечно, может, но не сильно. Так, это, похоже, перегревается. Так, тут Дживелин где-то колачивается еще. Сейчас мы с тобой разберемся. Не переживай. Кто там? Кто где? А, ну да, Дживелин отметился. Сейчас у меня фарстартер добить может. Что-то на правую руку было. А, меткий выстрел, наверное, в правую руку. С-лазер, М-лазер. Офигеть. Он причем даже отсюда, скорее всего, не уйдет у меня. Погодите, а что я нажал-то? Пинать идти, что ли? Ну, тоже неплохо, кстати. Да-да-да, по трубу. Там РБД-ха может его приласкать. На все деньги. Поэтому давайте мы ее оттоварим, а потом займемся роботами. О! А, нет, нормально, слушайте. Давай. Ведь отряд в зоне посадки. Спасибо. Мне сначала надо это местное уничтожить. Местное Гуано. Два сидят. Один другого краша. Да, вот этого попробуем в кузяку. Нет? Ну... Отоварил неплохо, на самом деле. Дженнер, кстати, кто-то без брони. Ну ладно, надо было Дженнера наверное. Эх ты ж, Файрстартер, держись. Тебя сейчас будут фокусить, а ты держись. В следующем ходу я попробую его на уклонение увести, то есть на максимальной скорости куда-нибудь. Блин, хотя три лазера. Ну, понимаете, да? Жадность города берет, ладно. Давайте попробуем. О, ну да, на такой скорости у него про уклонение можно только мечтать. Ну ладно, конвой не пустил, молодец. А что промах-то? Так, Дженнер куда-то пошел. Дженнер, сейчас мы до тебя доберемся. Не, ну, инфорсеров-то пинай сколько хочешь, это ребята здоровые.
Так, бегемотий. Где у нас тут? А, вот, эвакуация. Пошел. Не рискуй. А у него ракетных установок не осталось. В принципе, что ему осталось-то? Ничего. Ну, кого? А, сюда идешь, да? Драться, что ли? Нет, стреляться. Да посмотрите на этого козла. Он моего форстартера пытается забить. Он же настырная скотина. Так, банк. Мы кого? Вот это убьем. Продолжаем, да? Команда. Давай. Отошли, развернулись, вломили. У меня перегрев тут, правда, уже на грани. Ну ладно. Да, перегрев. Один большой лазер вырублю. И чё? Только не говори, что устоял. Он устоял. Отойдем. Это вроде не перегретый товарищ. Лови. Ногу уничтожили. Падай. И чего? А, вот давно пора. Пилот ранен. Не убит. Это хреново. Перегрев, но перегрева они не боятся. Ты кто? Пал, что ли? Я не понял. Я ж только что в него стрелял. Непонятно. Так, бегемотика, давай сюда. Что, один лазер, несерьезно. Ага, приготовиться. Дженнер отпятился. А в кого стреляет Дженнер? Блин, опять форестартер он стреляет. А вот это может быть плохо закончится, потому что... Все, да. Ну, понятно. Good to go. Атаковать команда, блин. А то у меня перегрев тут немножко. Падай давай. А, этот Джевелин я там лупил. Кого я же там луплю наверху? Почему команда бегает? Этот Джевелин был. Ну давай. Два инфорсера стали свирепствовать. О-о-о. РМДшечки, да? Позвольте вам ответить. I'm here. Тебе в левый торс. Я не вкусю, да. Слабшота жалко. Скорее всего, помер. Ты куда? Он, по-моему, рванулся за это, за Дживлина за моим, да? Вот у него ракеты в корпусе сидят, и эту структуру раскрыли в руке. Понятно. Бегемотик. Ты никого не можешь попасть. Стой, стой тут. Со своим с лазером? Нафиг. Ну тут полтора калейки. Дженнер, правда. Еще пока целый. Вот. Почему у них так хорошо ракеты стоят? А? Прям неудачно прям так получается. Так, это Дженнер, да. Рука. Да? Нет, рука жива. Банк. Так, ты... А, оттаял. Ну, давай. Погодь. Ты что творишь? А, вот он. Чё? Так, давай вот этого сначала. Вломим ему как следует. Большой лазер, давай, вруби обратно. Давай, держи. Так. Фортресс. Давай вот так. Отойду.
Но у него левая рука прям совсем пошатана. А вот с промахом ты зря. Ну, в принципе, лазера большого ему хватило. Мех дестроит. Так, сейчас что сделает Дженнер? Он может оторвать руку моему нижнему инфорсеру, может ломить этому инфорсеру. Может ломить этому инфорсеру. Но у него так не очень уже ракетных установок осталось. Он экономит. Я, в принципе, тоже перегрелся. Так, ты стой. А мы тут немножко попляшем. Правда, с перегревом попляшем. Ну ладно, я мог бы пинать немножко руками, конечно. Но не буду. Так. Удар ему справа идет. Ну, пузяку нет, а вот сюда в плечо вполне можно. А, вроде все могу. Перегрева нету. Тебе минус рука, я надеюсь, там, у тебя там базука была. Это критику, конечно. Фортресс, выходи. Ну, тут у него не очень хорошо получается. Ну, давай попробуем. Сколько-то он попадет в него. Огонь. И правую руку мы оторвали. Но у него в корпусе должны быть ракеты. Помимо. Так что он что-то успеет делать. Бегемотик, стой. Стой, не отвлекайся. Пошел в атаку на того инфорсера. Хочет ему руку оторвать. Я знаю. Держись. Ну и все. Ну и все. По-моему, он допрыгался. Фарстартера жалко, но он что-то совсем без брони. Прям даже не знаю, какой выжил-то. Жги. Ну, с перегревом, да. Я жахнул со всей души. От всей души же. Все, что смог, уложил. Можно было один лазер отключиться. Ну ладно, починим. Ну, форстартер, блин. Слабшот такой был хороший у меня пилот, это разведывательный. Столько прошел. Ну, с одной стороны, я немножко пожадничал. Надо было бегом уводить. С другой стороны, три лазера все-таки. Тут тоже понять, как было лучше. На самом деле. Так. Смерть в бою, да. Увы. Надо нового убрать. Джевелин эту РБДху вынесли. Ну, козлы. Так, Джевелин. Я могу еще один Джевелин собрать. Берем. На продажу. Это на продажу. Команда Феникс. У меня один есть. Берем. Феникс пригодится. А остальное, ну что, повезет. Ничего интересного-то нету такого. Боеприпасы. Фигня всякая. Берем. Продолжаем. Просто еще один Джевелин, он пойдет в продажу, чтобы компенсировать расходы мои. То есть это дополнительный бонус смеси. Я уставлять, конечно, не буду. Два куска Феникса. И надо сейчас на рынок будет сходить, посмотреть, что тут есть вообще. Я не помню, я смотрел, нет. Вот. А следующая порция пойдет с Росомахой. Получается, они у меня меняются, и получается период между миссиями меньше. Ну, на починку не так много времени уходит. Я для этого часть роботов придерживаю. Может быть, звено там Росомаха, два инфорсера, что там, Виндик с ними, они бы их рвали их как тузик грелку. Ну да. РМДшечки. Угу. Погиб. Подтвердить, что он погиб. Ладно, раздаем навыки. Бам. 3600, во что можешь вложиться? В стойкость, может быть? Ну, граница перегрева. Бонус за прицельный выстрел. Забавно, давай будет бонус за прицельный выстрел. Бегемотиха. О, бегемотиху ранили. А надолго? 17 дней, не кисло. Полторашечка, мало. А, ну бегемотиха в этом бою ничего не сделала, не успела. Фортресс. 3000. Пилотирование, что дают? Плюс базовым берем. Так, бегем. Да, трое, но один отъехал.
Пошли по роботам. А собрал я Джевелина некоего. А какого Джевелина я собрал? А, вот этого. Сдать. Да-да-да, вывести. Так. Инфорса просто тупо починить. Этого тоже тупо починить. Фарстартер. Вот он в хламину, я не знаю, учинить, не чинить. Ладно, посмотрим. Так, S-лазер РБД-15. Ну, тут можно что-то интересное поставить, наверное, если у меня что-то интересное есть. А, есть РБД-10 плюсовой, есть РБД-20. РБД-20, это интересно. 10 тонн, правда, весит. То есть я что-то на 2 тонны должен с него снять. Нет, ну это не серьезно. Нет, 20-ка это много. 10-ка плюсовая, вот интересно. Плюс 25 к криту. А 15-ка весит 7, а это весит 5. Это весит... Нет, ну 20-ка у меня вот есть. Плюсовая 20-ка есть вообще, но это не для него. То есть я могу поставить 15-ку, как было, и не париться. А, устойчивость. А урон-то где? А, урон 4 на 15. Урон 4 на 10. Плюс 25 криту. Не, не пойдет. Так, давай вот это сюда. А, и слазер, наверное, да? В лапчу стоял и слазер. Вот у него броньки маловато, вот что. Я могу снять радиатор, конечно. И сниму его, пожалуй. Вот так. С чего снимем? Снимем, не знаю. 15. Снимать-то жалко. Давай сзади вот этого торса снимем. Подтвердить. Разобрались с этим. Фарстарт, вот стоит его восстанавливать в таком виде или не стоит? Че с него ушел? Пулемет, огнемет. Эсклазер, прыжковые двигатели. Давайте восстановим. Огнемет. Еще один пулемет. Есть у меня еще пулемет? Есть у меня пулемет. Пулемет. Пулеметные патроны, понятно. С-лазер. Лазер где стоял? В руке? А, пулеметные патроны. Но на полтонны прыжковый двигатель. А у меня, в принципе, да, мне же это... Больше нечего сюда поставить. Вот у него перегрев. Давайте я лучше радиатором поставлю. Не сильно он ему помог, по-моему, да? Он ему вообще не помог. Давай, в кузявку поставим радиатор. Так, погоди, а в ногу у тебя перевес? Нет, у него есть перевес. Радиатор, иди отсюда. Че, прыжковый двигатель у тебя? Ну да, ровненько. Ну давай, да, пойдет. Подтвердите. А у меня два робота осталось. Ай-яй-яй. Так, дальше. Пойдем поторгуем. Продажа. 194, ну не так много на самом деле. Но хотя миллион с лишним, я все-таки в плюсе. О, РБД 10-ка плюсовая. Прикольно, 20-ка плюсовая. А давайте купим. Ой! Я ее продал. Мазафака. Вау, плюсовая, ха-ха, и купил. Орел, блин. Тандерболт. 836. Самое смешное, у меня кусок Тандерболта есть. Возможно, не 5С, надо посмотреть. Ладно.
Кальяма. АП-20. Купить. Понимаю, что дорого, но я хочу. Система связи, что дает? Просто парень решимость. Спасибо, не надо. Теплообменник. Минус 10% нагрева при стрельбе. Интересная штука, но дорогая. Мортира. Чего? Одноразовая. 3 миллиона. Охренеть. Вот это я первый раз вижу. Боеприпасы АП-20. Купить. Сколько там в нем? 5 снарядов. Купить еще. Да я еще куплю. Тратить. Боеприпасы ЛБХ. Зачем мне это, я не знаю. Так. Кусок урбан меха продается. Я не хочу урбана. Тандерболт, ну блин, таких конских денег стоит. Тандерболт 5С. Мехотсек. Я, конечно, тут еще буду. Я тут буду еще зарабатывать. 5СЕ. А, и 5ЕС есть. Но это будет еще туда кусочек. Не много кусочков, а один кусочек. Мало. Мало мне этого. Лакпустка. Срань какая-то все у меня лежит. Ладно. Так. С этими разобрался, в казармы мехвоины. Что у меня есть? Есть у меня 4 человека. Раз, два, три. Три есть. 4 нет. Остальные все болеют. Поэтому биржа труда. Так, мне нужны меткие люди. Есть среди вас метки? Нет, среди вас косоглазые есть, я понял. Так, ну давайте вот самого приличного из имеющихся. Принять тебя. Available. Так, лучший из худших. Вот ты, пожалуй. В казармах не осталось места. Вот это коварно. Давайте по улучшению корабля пройдемся. Мне нужны казармы. Боль. Это не, стоп, это мехотсеки. А где мои... Вот жилые отсеки. Что надо? 900 покупка. Спасибо. Пока перебьюсь. Это только вторая, а с третья... Да, 250, а чего бы нет? Мне деньги ждевать некуда. Тут что? Вот, лучше автоматизация. Плюс 3 технических очка, выполнение 20 дней. 130 тысяч. А жахнем. Бегач. Это что дает? Боевой дух? Драку боевой дух. Боевой дух, вялость. Так. Это есть. Все. Контракты. Что тут у нас? У нас тут повальная операция. Это специально заранее, да? А, ну да, мне же нужно посмотреть, что тут вообще с работами. Один день пойдет. Инфорстер, давай. Тебе там фигня. Инфорстер, тебе тоже фигня. Инфорстер целенькие. Немножко потрепали. Джевелин 5 дней. Это сразу за инфорстерами пойдет. Парестартер. Кстати, 8 дней не так долго. Грифон с Кравом что-то подзависли. Ладно, с роботами у меня все зажибись. Роботов у меня, мягко говоря, до хрена. Так. Ну, до вот этого мы еще успеем сходить в атаку. Еще раз, что тут у нас? Дживелин, Росомашка. Ну, вот Росомашка в этот раз пойдет люлей раздавать. То есть вот эти два выйдут. Либо с инфорсером и вперед. Иди ты своими деньгами. У нас не заканчиваются деньги, у нас деньги с запасом. Успел тормознуть до финансового отчета. Вот, все. Роботами красота. Да, я могу подничински вот эти Росомаху не трогать. И Росомаха на все на 5 тонн больше. Вот вопрос, с чем тут? Я бы и РМДху поменял, на самом деле. А что у меня с РМДхами? На 6+, ну ладно. Как я говорил, во время ремонта поменяю. Пока не буду. Так. Можно с Росомахой просто пойти надрать задницу? Джевелин не брать, раз его так не любят. А мне это классная штука. Сыпется далеко ракетами.
Или Дженнера не брать? Спорно. Нет, Дженнера возьму. Они оба легкие, но это 35 весит. Давай, без поддержки ракетами в этот раз пойдем. Пойдем, блин, как большие. РБДх нигде нету, да? РБДх нигде нет. Ну, что поделать. И надо, кстати, кому-то инфорсеру 20-ку дать. А С-20 я ее купил, надо ему кому-то ее вкорячить. Я надеюсь, унесет. Как-то вот так. Ну все, все в принципе готово. На этом все. Жмите, пишите, продолжу в следующей серии. До новых встреч.